Что я ела в течение дня после установки брекетов? С утра я выпила стакан воды, потом пропандарила голубику с миндальным бурбечем и творогом. Вот такая масса получилась. Также съела пюре из трески. На обед взяла в офис всякие пюрешки, потому что крем-супы я еще себе не нашла. Мясо кролика, овощей, чтобы был белок и клетчатка. Надеюсь, тут достаточно было калорий. А потом я пришла с работы, заказала себе из самоката еще пюрешек и ела в поезде. Там принесли еду. Это был гречневый хлебец. Есть мне было сложно, и поэтому я его так помяла. И ела вот так вот, как попкорн, пока мы смотрели пищеблок. Потом я поплавала в басике и легла спать.